Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов Кубани. За время своей деятельности они стали надежной опорой органам местного самоуправления в решении вопросов финансовой безопасности. Известно, чем выше собираемость налогов, тем весомее бюджеты всех уровней, тем больше возможностей для привлечения средств на развитие экономики района и его обустройства. С сегодняшнего дня решением этих задач вместе с коллективом Белореченской межрайонной налоговой инспекции будет заниматься ее новый руководитель, пока исполняющий обязанности начальника Дмитрий Николаевич Колесник. Первое впечатление, то, что инспекция довольно работоспособная. Значит, хорошая организация в отделах, значит, люди хотят работать и умеют работать, обладают большим опытом и большим потенциалом. В течение 10 лет работал в территориальных налоговых инспекциях, последние 3 года в управлении Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю начальником отдела налоговых органов. Пользуясь возможностью, новый руководитель инспекции обратился к налогоплательщикам Белореченского района. В течение июля месяца, значит, еще будут поступать налоговые уведомления на уплату налогов имущественных физических лиц 2013 года, начисления, которые провела инспекция. Хочу обратить на особенность 2014 года в том, что эти налоговые уведомления рассылаются централизованно, центром обработки данных, который находится в городе Волгограде. Значит, по всем возникающим вопросам в уведомлениях, значит, мы всегда готовы принять налогоплательщиков, выслушать, урегулировать какие-то конфликтные ситуации, которые могут быть возникать. Значит, для этого у нас инспекция работает с увеличенным рабочим временем. Это вторник и четверг с 8 до 19 часов. Хочу попросить всех, значит, проявить гражданскую активность, постараться заплатить те налоги, которые вам будут начислены, значит, в течение установленного срока, для того, чтобы бюджеты всех районов, которые у нас есть, были наполнены, мы могли выполнять те бюджетные назначения, которые у нас запланированы. У нас есть детские садики, школы, есть различные социальные программы. В заключении интервью Дмитрий Колесник поздравил своих коллег, работников налоговых органов Кубани, с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги! Значит, хочу вас поздравить с этим праздничным днем, пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы ваша работоспособность всегда была на высоком уровне, чтобы вы всегда знали, что государство оценивает вашу работу всегда на высоком качестве, на высоком требовании, и этого надо достигать постоянным трудом. Значит, по возможности, значит, мы, естественно, будем оказывать помощь и в семейных вопросах каких-то, бытовых, в тех, которые могут возникать, для того, чтобы ваш труд был всегда высокоэффективным и направлен на благо и России, и Кубани. Татьяна Шуляцкая, Станислав Васильев. События и люди.